Ну вот, дорогие мои, я на вечер, на чай я пеку сырную лепешку. Вот, смотрите, в духовке, вот она. Короче, я делаю тесто яйцом, чуть-чуть сахар, соль, дрожжи. И тесто поднимается где-то часа два. Потом я беру тесто, туда, короче, делаю мелкий сыр, через терку мелкую. Яйцо одно, смешиваю опять, потом закатываю, потом вот так делаю тесто, вот, а потом сверху еще чуть-чуть сыром, опять же мелким таким, вот, и сливочное масло ложу. И вот так пеку ровно, ровно. Ну, где-то у меня ушло где-то 15 минут. И вот она уже готова. Смотрите, какая прелесть. Так что делайте сырные лепешки. Это вообще полезно для здоровья, ребята.